Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подал прошение о предоставлении ему политического убежища в России, сообщил Интерфаксу дежурный консул консульского пункта МИД России в Шереметьево Ким Шевченко. Сноуден бежал из США в Гонконг, оттуда перебрался в Москву. По данным СМИ, он находится в транзитной зоне аэропорта. Владимир Путин сообщил, что Сноуден может остаться в России только в случае прекращения своей деятельности, направленной против США. Если он захочет остаться здесь, есть одно условие. Он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам. Тем временем политики ряда европейских стран предлагают властям предоставить Сноудену политическое убежище. Сопредседатель партии «Зеленых» ФРГ Клаудио Рот поддержала подобное предложение руководителя фракции партии в Бундестаге Юргена Триттина. Она также назвала хорошим предложение присудить Сноудену премию имени Сахарова. Газета «Лос-Анджелес Таймс» написала, что Сноуден попросил убежище в 15 странах.